Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Сегодня у меня на обзоре еще одна модель эпилятора – Philips BAE-235. В описании к видео оставлю для вас ссылки с лучшими ценами и актуальным наличием. По ходу обзора выделим особенности этой модели. Если у вас есть опыт использования прибора, делитесь им в комментариях, а также ставьте лайки, если видео вам понравится. Чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, рекомендую включить колокольчик и подписаться на канал. Эпилятор предназначен для долгосрочного удаления волос в домашних условиях с различных участков тела, в том числе ног, зоны подмышек и бикини. Устройство работает от сети и управляется механически посредством переключателя, расположенного на корпусе. Компактная модель экономит место при хранении и имеет эргономичную ручку для комфортной эксплуатации. Расположенные на насадке эпилятора пинцеты захватывают и удаляют вместе с корнем даже самые тонкие и маленькие волоски, обеспечивая эффективную эпиляцию и гладкую кожу на длительный срок. Для особо чувствительных участков тела предусмотрена специальная насадка-ограничитель, уменьшающая площадь обработки и снижающая болезненность процедуры. Для удаления волосков разной длины эпилятор оснащен двумя скоростями. При необходимости эпиляционная головка снимается и промывается под струей воды для дополнительной гигиены. В комплектации также предусмотрена щетка для чистки. Из реальных отзывов я выделила основные плюсы и минусы этой модели. Негативные. Не совсем чистая депиляция, минимально, но волоски пропускает. Питание от розетки. Для того, чтобы получить результат, необходимо прикладывать большие усилия. Эпиляция, после которой сильное раздражение, очень болезненно. Мало скоростей работы, плохо чистится. Необходимо многократно проводить эпилятором по одному участку. Тонкие вообще не цепляют, металлические пинцеты вызывают раздражение и травмируют кожу. Положительные. Простенькая и недорогая моделька, но работает отлично, даже для зоны бикини годится. Без лишних элементов, длинный шнур. Компактное устройство, простота использования. Удобная щеточка для очищения. Эпилирует хорошо, есть подсветка, что очень помогает. Бомбический эпилятор, легкий и удобный, работает от сети, шнур длинный. Нет вросших волос, кожа гладкая, ухоженная, прост в использовании. Напоминаю, ссылки на актуальные цены и полные характеристики вы найдете в описании. Надеюсь, обзор был полезен, и я буду рада, если вы оцените его лайком, оставите мнение и подпишитесь на наш канал. Также советую включить колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров. До встречи на канале!